Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители всевозможных компьютерных зрелищ. Наши позывные «Гамовер» и «Бонус», и мы начинаем программу «От винта». Сегодня мы появились на большом экране для того, чтобы... Да, вот и сказывается любовь к большим экранам. Так или иначе, мы начинаем нашу программу. Первая игра, о которой мы хотели бы сегодня рассказать, называется... Постойте. Ну зачем самому-то трудиться? А вы помните, каким милым и увлекательным занятием была игра в солдатики? Я, признаться, не очень-то. А вот лошадка у меня была. Ну, так или иначе, большинство детей мужеского пола охотно тратит свое время на игру в солдатики. Гордые родители в таких случаях с умилением смотрят на отпрыска, ожидая, что в будущем он сделается большим генералом. Но, кажется, у современных детей какие-то особенные солдатики. Да, я недавно видел одного. Солдатик, представьте, был полностью электрическим, много умел делать самостоятельно и даже, кажется, способен был принимать решения, важные для каждого бойца. Какие? Ну, что, пора сдаваться или драпать, бросив оружие на поле боя. Ну, мы, собственно, хотели рассказать об игре Army Man. Каждый, кто ее приобретет, даже относительно взрослый человек, может поиграть в солдатики без риска быть кое в чем заподозренным. Так как персонажами игры являются пластиковые солдатики и техника, в ней нет кровавых сцен, что может некоторым понравиться. Солдатики при попадании в них пули просто разваливаются на кусочки, а танки переворачиваются. Жанр этой игры легко определить как стратегию в реальном времени. В центре событий находится безымянный персонаж. Зато нам известно его воинское звание. Это сержант. Приказы он, фактически, вы получаете по радио. Задания выполняются как одним бойцом, так и подразделением. Надо сказать, что ваши подчиненные ведут себя довольно разумно. Мы заметили, что они стараются держаться на некотором отдалении за спиной сержанта. И натравить их на врага непросто. Сразу чувствуется, что это опытные бойцы. Привыкли воевать в обозе. Игра потребует от вас некоторого количества так называемой военной смекалки. У вас не будет возможности штамповать огромные полчища, и в большинстве случаев противник будет вас подавлять численностью. Ну и какие выводы? Что вы имеете в виду? Я узнал, что многие, посмотрев нашу программу, решают, покупать или не покупать ту или иную игру. Что мы можем им сказать? Покупайте, только постарайтесь не переплатить. О следующей игре мы не можем сказать ничего, кроме хорошего. Что, она получилась настолько удачной? Отнюдь. Тогда почему? Дело в том, что она называется Halls of the Dead. Ну и... Halls of the Dead — это фактически кладбище. Ну, о покойниках или ничего, или хорошее. Ну, так мы будем о ней рассказывать. Совсем немного. Не скроем, что наше внимание эта игра привлекла прежде всего своими небольшими запросами. Она утверждает, что будет функционировать, даже если ее установить на 486-й компьютер с 8 мегабайтами оперативной памяти. Сразу скажем, что мы не пробовали этого делать, так что это утверждение остается на совести разработчиков. Итак, первое достоинство игры налицо — это похвальная скромность. Pentium 2 есть далеко не у всех, а Pentium 3 вообще, как говорится, не существует. Тем не менее, создается впечатление, что многие игры ориентированы именно на них. Кроме аппаратных требований, есть у игры какие-нибудь качества? Игра рассчитана на любителей RPG. Известно, что сложная графика для ролевых игр желательна, но не обязательно. Здесь важен сюжет, играбельность, которую специалисты называют словом «геймплей». Ну и как «геймплей»? Первое впечатление от игры таково. Предыстория здесь достаточно традиционна. Жили-были в волшебном царстве три брата, старшего звали Неплуэкт. Ну и все в этом роде.
Персонажи имеют набор характеристик, которые растут по ходу игры. Помимо главного задания, вы сможете выполнить огромное количество квестов. Выглядит это так. К вам подходит какой-нибудь прохожий и говорит: «Добрые господа, а не поможете ли мне в пустяковом дельце? А уж я отблагодарю». Приятно, что вы можете зайти в любой дом, который встретится по пути, и поговорить, пускай коротко, с любым человеком. В общем, эту игру мы можем рекомендовать вам только в одном случае. Если вы очень любите ролевые игры, и вдобавок у вас нет ничего, кроме 486-го компьютера. Продолжаем нашу программу. Многие из вас, особенно москвичи, наверное, помнят, как на Дмитровке провалилась улица. Не улица, а полуулица. Образовалась очень приличная яма, куда провалился как раз-таки джип. Так вот, следующая игра как раз и расскажет о машинах, которые только и смогут теперь проехать по Дмитровке. Она называется Monster Truck Madness 2. Прежде чем рассказывать об этой игре, мы должны честно предупредить всех о том, что речь пойдет о продукте компании с названием Microsoft. Мы знаем, что некоторые люди отказываются иметь дело с товаром этого производителя. При этом автосимулятор Monster Truck Madness выглядит очень мило. Речь в игре идет о популярных в Америке гонках на бигфутах, то есть автомобилях с огромными колесами. Это сейчас в Америке хорошие дороги. Но если судить по автомобилям, так было не всегда. Неизвестно, насколько правильно симулятор передает ощущения от управления бигфутом, поскольку среди наших знакомых не нашлось ни одного, кому бы приходилось кататься на таких машинах. Компьютерным аналогом управлять довольно тяжело. А колеса-то? Представьте, что если нужно разбортовать такое. Графика в игре первостатейная. Машины и пейзажи выглядят очень живо, если только вы не будете особенно удаляться от трассы. Вдоль дороги построены типичные потемкинские деревни, где расставлены макеты коров и сельской утвари. Трассы придуманы с любовью и старанием. К примеру, на дороге, которая называется «Кладбище», разбросаны натурально гробы. Причем объезжать их не всегда удается, и приходится рваться вперед буквально по костям. Чувствуется рука Билла Гейтса. Нас порадовало огромное количество видов на машину. Другое дело, что большинство из них совершенно бесполезны, поскольку трудно управлять автомобилем, глядя на него, например, сбоку. Зато красиво. Даже на самом высоком уровне сложности обогнать компьютерного соперника любой сможет без особого труда. Так что у вас останется вдоволь времени для того, чтобы любоваться видами. Если вы, к примеру, застряли или запутались на дороге, то можете запросто вызвать вертолет, который вернет вас на трассу. Отдельных усилий от авторов игры потребовало воспроизведение погодных условий. Здесь есть все ненастья, способные усложнить жизнь автомобилисту. От снега и града до грозы и молнии. Зато вы убедитесь, что большие колеса не помогают удерживаться на дороге, а наоборот, способствуют съезжанию в кювет. Надеемся, что мода на подобные автомобили не приживется среди некоторых граждан. 600-й Мерседес тоже способен, конечно, попортить много крови участникам движения. Но он, по крайней мере, не может объехать вас сверху. На сегодня это все. Наша программа закончена. Game over. До следующей встречи.